За домом. Да. Хорошо. Хорошо. Еще один. Вон там. Сейчас вижу. Хорош. Да. Ты победил. Да. Почему у меня не получилось? Ты играть не умеешь. Тогда я следующий. Да-да-да, бери. Давай тут, не запари все. Хорошо? Вы, ребят, видели это? Чистую победу? Круто было. Топово было. Не-не-не-не, привидение. Не обратил внимания. Я в игру смотрел. Я тоже за победой. Нет, ребят, я про призрака, который только что тут прошел. Ты че, курил, бро? Вы не видели? Призрак только что тут... Вот призрак там! Ты чё так пугаешь? Вы видели? Нет! Ты же видел его! Чё на тебя нашло? Где мой телефон? Чё мой телефон? Где мой телефон? Успокойся, чё? Витя! Посмотрите! Там нету ни хрена! Тебе показалось! О боже. Хорош. Я, может быть, слишком бурно реагирую, но такой ситуации мне в жизни пока еще не было. Он же прямо перед вами, как вы его не видите? Вы что видите вот тут? Видите? Тебя. А, погодите. Да, ты прав. Спасибо. Да. У него голова вокруг крутится, сумасшедший так и горит. Вы видите его? Окей. Это типа шарады. Чем показывает? Бойцовский клуб. Анвар, прекращай. Давай следующий. Прекращай, сейчас что-нибудь разобьет. Посмотрите на меня, я Анвар, я летаю. Я никогда его таким не видел. Это прикольно. Не-не-не, отпусти! Слушай, ну это скорее всего... Я не знаю. Он типа... О, ни хрена себе, он сделал сам себе захват. Ладно, круче. Ладно, прости меня, чувак. Не-не-не, о, блин, мужик! Вы видео? Вон там. Чувак, Харе, ты делаешь это постоянно. Чувак, ты говоришь, что не видишь его? Люди не настоящие. Они настоящие. Другие ролики Анвара ты можешь посмотреть прямо по ссылке на этом видео. А перевел, озвучил виски. Ага.